Риасор. На него Депортиво выходит в мероны, тоже понятно. Сейчас я ее назову, после того, как мы с вами зачитаем вместе состав команды из Ла Коруньи. Фабрисио, голкип. Да, Реал выиграл Атлетико. Какому-то совершенно по-другому. И в этом чемпионате, и в прошлом. Какой будет Барселона по итогам Каталонии? Самой Барселоне. В ближайшей неделе и потом сразу через неделю. К чужой штрафной, Лео. Но до этого просто был ворота. Пока что Куэнка был с мячом. Диагона. Ну что, атака Депортиво. Низом покатил мяч. Удар Месси. И везет вратарю. Такие мячи обычно Месси легко кладет в угол. Бускетс. Ах, какая хорошая передача и гол! И забивает Месси головой. Это, конечно, не что-то совершенно. А Нойер просто выставил руку и отбил. Ему и любой другой вратарь, особенно латиноамериканский, штрафной. На самом деле оборона Депор все равно не смог выбраться. Паш штраф живет на поле. Аскерано. Здесь опять искусственный офсайд. И опять выныривает из глубины Лео Месси. Отбирает мяч, оттирая защитника. По штрафную. В штрафной. Убирает мяч под левую. Тесто перехватил мяч. Он в штрафной, во вратарской почти. Но соло у него, конечно, на самом сложном из инструментов. Неплохо Неймар. Слишком. Отдельно. Два отдельных футбола. Суарес. Иньеста. Суарес. Не было офсайда. И Луис Суарес пожадничал. И для Иньеста, и для Ракитича. Ну и Месси получил. Мгновенный ответ Депортиво. Прострел. Надо забивать для интриги, для своей карьеры. В конце концов. Выше скорость. Месси за счет Суареса сыграл. Кстати, если пенальти, тоже гол. Ча. Очень неплохо. И... Нет, офсайда. Неймар. В центр. Передача. Месси. Месси. Гол. И что? Это гол. Без всяких там. Но. Брали, отобрали мяч. Месси. Правой ногой бьет. Почти что пыром. С мячом. Поделился на этот раз, но все равно не... Мяч Неймару и пошел сам в штрафную. Суарес. Ближе и золотых мяча. У Месси 4. Все-таки интеллигентности в передачах Суаресу не хватает. А вот сейчас Суарес может сам забить. Ракитич снова гениален. Свисток на перерыв. Очень хочется увидеть чего-то более заметного от Депортиво во втором тайме. Пока игра в одни ворота. Месси против табло. Месси ведет 2-0. Центральный полузащитник. Подняли Рама Риасора. Довелось мне побывать на этом. Неймар, скидка и Месси. Это тоже большая история. Момент у Депортиво. Но пенальти. Или хотя... С 1-4, 4-0 выиграл у Милана. Депортиво. На нем, к сожалению, мне не удалось побывать. Зато... Хотя он может. Вот, например. Сыграл с Суаресом. Ну и у того просто сегодня еще и на поле. Неймар умчит. Третью фазу какую-то придумали. Каталон. Тать. Показатели, то это можно победные голы считать. Альба, не надо выключаться из эпизода. Неймар. Подача. Пике. Борьба. Удар по воротам. И Клаудио Браво наконец-то вышел. Ах, как изящно. Мяч штрафной. Удар по воротам. Гол. Лео Месси хет-трик.
Фабрисио даже глазом не успел стать голевым пасом. Это неудобно воткнул тоже Неймар Месси. Дождался мяча Уругвай, сейчас сыграл тонко на штрафной. Месси рвется за Криштиану. Я уже в первом тайме намекал на то, что заметный для публики. Выше ворот. Матер на Риасоре. Неймар тоже хочет забить. Ну, про классика я не говорю, потому что классика все-таки совершенно за скобками. Хуан Домингес на газоне. Это фол. Фол Марка Бартры. 2-0 вроде бы еще были. Хотя Ах, 20 минут всего остается до конца матча. Вот еще момент. Бразильц покрыл. Кивок в сторону Луиса Суареса. Аппетитов в атаке, но центральный защитник забрался в атаку. Ну и здесь, смотрите, как смело и здраво отыграл эпизод. Ракитич. Суарес поставил корпус. Пока не поздно передачу штрафную. Лево немножко не повезло. Но зато повезло, когда второй. А Суареса, но тот успевает мяч на Депортиво. Месси. Дани Алвес. И 4-0. Правда, никто не получит здесь балл за результативность. Мяч или не нашел момента для подальше. Ну вот момент для гола нет. Но разница в очках между Депором и Месси. Догнал его Луизиньо и успел зацепить. Минуте идет штрафной удар. Ответной передачи Суарес. Все равно мяч получает. Штрафной идет в центр. Обыграл. Еще раз обыграл. Ну забей же, милый. Не смог. Не смог. Ему ногу. Победа в сезоне 99. Там только два гола. Еще момент. Нет. Снова не забьет Луис. Ракитич. Суарес. Нет. 91-я минута. Луис Суарес забил ведь победный мяч. Но сегодня победные, а также все остальные голы Барселоны забил Лео Месси. Добавил в свои ворота защитник Депора Сидней. Остается 17 очков у галисийцев. Барселона набирает 44. Но у Реала по потерянным по-прежнему гандикап в 4 очка. Все на этом.